Ай! Это что такое-то? Как так? Надо ее с тупом залить пылесосом. Тут ситуация, конечно, патовая. Ой, она бежит. Серега, держись там. О, герой! Вот он, герой! И даже нашей кошке пришлась по душе наша спальня. О, нифига себе! Ой, щит, настолько круто! Офигенно, правда офигенно. Она качается? Можно чуть-чуть, да. Серьезно? Да. Не, не качается, можешь люстру поднять этим канатом немножечко. Офигеть, ребята, очень круто! Офигеть! Классно! Офигеть! Очень круто! Я просто в шоке! Я ожидала, знаешь, какую жесть? Я думала, ну там, наверное, вообще сделали какую-то просто цветной какой-то взрыв тебе вообще! Это очень круто! А что нравится? Мне кровать безумно нравится. Вот это просто идея с вот этими... Это такое... Я не знаю, мне все нравится. Больше всего мне нравится, что она деревянная. Типа. Это всем нравится, это очень клево. Это очень круто. Прямо здесь уже неделя. Ребенок в восторге от магнитной стены. Выкладывают разные рисунки. Уже парочку. Раз, пробовали другие надписи. Пойдемте, мы покажем балкон. Как мы расставили там книги. Здесь мы поставили книги немного о путешествиях. Именно в этом уголочке нам очень нравится почитать о путешествиях и помечтать. Шкафы оказались очень функциональными и вместительными. То есть на первый взгляд может показаться, что они, так как они до пола не достают, они маленькие. Но это на самом деле не так, поместилось все. Вся одежда на вешалках, поместилась обувь в коробках. Ну и, конечно же, я разместила все то, что у меня занимало место на комоде. Это мой маленький уголочек. Ну и кровать, конечно же. Она настолько удобная, что не хочется с нее вылазить и по утрам. Потому что шторы, как мы хотели, чтобы было темно, они полностью не пропускают, вообще не пропускают свет. И утром не хочется вставать. Вот и все.